Пресноводный тюлень по имени Красавчик получил свою кличку не зря. Только посмотрите на него, само очарование. Милаш и обаяшка. А какая умница, выделывает удивительные трюки. Умеет танцевать, петь и даже рисовать на холсте. Красавчика, его друзей и других байкальских нерп в наш город привезли организаторы водного шоу, которое в выходные стартовало в ТРК «Ясень». У каждого свой характер, да, у него самый вредный характер, эти более спокойно, пока выявляем их характера, то есть смотрим, кто из них более способный, кто к чему более относится, и уже потом уже начинаем определенные трюки с ними обучать. Кушают они, соответственно, только рыбку. Зимой, сейчас зима, мы кушаем жирную рыбку. У нас есть жировая прослойка, поэтому нам нужно ее выдерживать, чтобы при холодной температуре чувствует себя более-менее комфортно. Нерпы – единственные крупные млекопитающие хищники Байкала. Они вырастают до 1,5 метра и 90 килограммов весом. Взрослые крупные особи живут в нерпентарии в Калуге, а такая малышня гастролирует. Красавчик – подросток, а эти тюлени – детсадовского возраста. Трюкам пока не обучены, но радуют глаз посетителей. Для школьников у нас есть отдельная программа, где мы рассказываем об озере Байкал, то, что в школе, в принципе, изучают. Но это маленькое какое-то время на это в школе дается. Здесь более подробно и интересно, и в школе об этом можно будет вспомнить о нас. Для детей с ограниченными возможностями у нас проходит нерпотерапия. То есть детки остаются после представления, общаются с животным. Это уже доказано, что нерпы благоприятно воздействуют на психику ребенка. Уникальность шоу в том, что зрители находятся от нерп, которых почти не встретишь нигде в мире, на расстоянии вытянутой руки и могут их рассмотреть детально. От носика до кончика хвоста, пообщаться с ними и даже потрогать. Но делать это нужно осторожно, хищники могут кусаться. Крутись, крутись. В бассейне для нерп поддерживается оптимальная температура – 2-3 градуса. Спят они на суше, а большую часть дня плавают. Пищей тюлени не обделяют. Даже такая крошка в день съедает 2,5 килограмма красной рыбы. Но еще есть такая, существует легенда у бурятов, в республике Бурятия, что если нерпу встретить, и она посмотрит в глаза, то человеку сопутствует удача. Так что мы всех вас ждем до 26 января в торговом центре «Ясень», первый этаж.